что ему... Ну, на жизнь. Устойчивое – это то, что идет в. Но если я хочу периодически, да, вот я хотела сказать, я просто не дальше следующий это будет слайд, да, что мы тут развиваем под устойчивым, когда все стекает. Ну, формально это даже не знаю, как, если объяснить, что стоп, все идет, вот это вот его будет устойчиво, наверное, в него все идет. Все. Источник, соответственно, это одна точка, она же никуда не идет, из нее все исходит. То есть, если как-то так на бытовом языке определение. Дура, Паша, стесняйтесь спросить. Почему мы должны... Почему тур получился? Получить перекрученный тур. Спросил уже, да? А перекрученный это мы потому, что мы прослежим по многоугольнику, как наши склеиваются альфа. Ну, фактически, по словам зета, получается. Да. Проясните, пожалуйста. Можно, да, где тур? Сейчас я покажу именно на той картинке, где он сложен, только вот... Да, вот. Сейчас, мама, да. Давайте. Ну вот это все будет понятно, если мы сейчас еще на одну картинку вернемся назад и посмотрим на граф. Я прослеживаю за тем, что и с чем я склеиваю. То есть, хорошо, вот так я пополам его сложил, и здесь я смогу посмотреть. Вот это ладно, они отождествились. И дальше в силу вот это. Я понимаю, что я склеиваю. Вот правила. Повезло. А откуда они появились эти правила? Я вот еще раз саму теорему, главный результат. Давайте еще вернемся назад. Следующий, да. Перед этим, наверное. Да. Еще перед этим. Ну, это есть ряд работ о том, как мы можем реализовать вот это с помощью трехцветного графа. То есть о том, как это вообще реализуется, что мы ставим в соответствии. Я не про это спрашиваю. Ты объясни, сейчас. Да. Именно, а почему мы с диаметрами противоположности склеиваем? Ну, такой вопрос. Я просто смотрю и вижу, что... Что нет по голосам. Это важно, да? И по этим данным определяете алгоритм получения расстояния здесь. Так получается. Ну, данные у нас есть период стока и период седла. И мы пытаемся посмотреть о том, как мы можем склеить и получить такой вообще источник. То есть период источника нам еще интересен. Данные рода поверхности. Для слова. А почему не крендель получился? Вот я бы сказала, для что шести я сидел, все согласился. Для шести. Все нормально. А там еще была картинка. Для жерла. А ну давайте посмотрим. Это хороший вопрос. Сейчас определим. А что тут тор получился? А вдруг крендель? Но это надо все смотреть и реализовывать. Имеется в виду, что... А тут роль тренировки. Ро – это количество копий, которые вот, то, что ро – это первая копия и вторая копия. То есть это для того, чтобы показать, на какой копии, с какой копией мы склеиваем. Потому что это же только для, как его называют, в принципе, когда период стока 2, а он же может быть и 10, и 20, и 30, для того, чтобы показать, ну, имеется в виду, с каким номером, с какой копией мы склеиваем, ну, это частично показать. А у тебя есть рода 2 здесь картина? Откуда? Рода 2 есть что-нибудь? Знал, у меня сейчас презентация не слишком отработанная была. Рот мог любой получиться? Конечно. Просто он получился, то рот. Ну нет, тор имеется в виду, что нет. Это не относится к тому, тор я просто привела как пример, для того, чтобы было наглядно видно и интересно посмотреть о том, как это вообще реализуется, а не просто абстрактный граф и так далее. А может, у нет силовой орбиты? Такие системы только на сфере бывают. Это хорошо все известно. А здесь задачки добавили одну седловую орбиту, то есть класс-то как бы одна. Оказалось, что на любой можно. На любой поверхности есть, может, другое дело здесь, да, периодические данные. Ослабление в законе, и сразу и все. Нет, и более того, вот Лена правильно начала с чего, что общий класс, вот если взять произвольный максимал, здесь с одной седловой орбитой. А если взять любой, с любым объектом, он сводится к данному варианту, а здесь все периодические данные приведены. Один закон, отменили все, в общем, все встало.